мусор, идешь домашний. Я хочу обратно фармить рышишку. Может, мага единственного оставим в рейде? Плюс вот 3 шипы нахуй не надо, маги нужны. Если я вычислю, кто в этом рейде приносит неудачу, что не падает, блядь, ни боешки, ни воронки, я дам 2000. Она так просто. Я тебе ни на что не намекаю. В прошлом рейде, по-моему, тебя не было. Кстати, если сейчас Карина, выпадет... Карина, ну что ты там? Если сейчас выпадет сплетение, то его, получается, забирает Пухан. Или провалит. В зависимости от того, да, кто будет в рейде. Либо Пухан... Оно же помойное это... сейчас. Я не знаю, кстати, как оно воину вообще. Там это в рейд идет. Не знаю, напало точно говно. Проверено на их за экспо. Там воины не одевают либо сплетение, либо финиш. Что-то из этого. Карина, ну не уходи, да что? Сделал одну из точки. Ой, красавчики, если вы хотели сделать так, чтобы дракона лагало, вы это сделали. Поэтому вам пизда, скорее всего. Я не знаю, ДК четкий танк этот, но с него даже дух не срывается на лече, когда его убьют. Когда он ведет его. Кто до этого духа водил? Чтобы с него срывалось в Т4. Это тебе не пианист, который в Т10 с сейвом постоянно был. Раньше мы духа, когда его ввели. Может, он срывался. Он там, блядь, его отвел, два руника ударил, там уже груза за 200 тысяч, и все. Может, спокойно ЛП-шками водить. Сейчас мы его бьем, пока он его ведет. Такая агро вообще какая-то. Жесткая тема. Ну, сказала про ГП и пошел процесс. Ну, это ж не воронка. Это даже близко не воронка. Еще манская боешка. Может, просто в ЗЭСе пофиксили дроп, ну, меньше сделали. Блять, куда уж еще-то меньше. Мы нормально воронок Вока нафармили вот в последнем, там 6+ было. Ну, а на сколько шмоток? То есть, грубо говоря, за один ЗС выпадает 6,5. 6,3 это у нас 18. Добро пожаловать в донат-шоп. Кто-то знает вообще шансы упадения воронки? Какой шанс у нее? После того, как обмена превратили, никто не знает. Что-то ниже 5%. А это что вы удивляетесь, я не знаю, это... Да, одна из 95 мобов, получается, падает, да? Ну да. 95-й моб — это ласт? Ну да. Из 100 мобов и из 95. Ой, Лена пришла похилить. Такая часть. Ну, маленькая моя, это потому что убегаешь все время куда-то к мне. Что ты стоишь где-то там, где-то сама с собой танчишь что-то. Приходите бегать за вами, бабами. Ну не бегай за мужиками, бегай за бабами. А не, воронки не подешевеют, это все миф. Я задонатила 6 воронок что-то. Знаю, они более дешевые, только период скидок. Все, теперь они столько же стоят, сколько я. Ну и опять подешевеют в месяц. Почему они под 9 с лишним сейчас стоят на луке?
Это потому что люди в период скидок накупили и решили, ой, выставлю потом, когда они снова подорожают. И сейчас начался период, когда все выставляют подороже. Да, провокатор, смотри, мы что-то надо? Да. Кто нас хочет пойти на этом басе погулять? Я. Тебя не пущу. Провокатор, а что тебе, плащ нужен? Да, мне плащ нужен на ауре. Да ты заебал, вы что еще не оделись, ребята? Нет, я уже оделся, мне нужен плащ. В мейнстатике плащ падал один раз. Так, злой жрец, значит, пойдешь пока, значит, погуляешь, провокатор заходит в рейд. Пусть дамажит новенький лод, да, я почему. Ты пойдешь погуляешь, тогда злой жрец никуда не уходишь, мозер идешь погуляешь, провокатор заходит в рейд. Я пойду под собой. Да, новенький пусть лучше учится. Фанзера что? ДД? Фанзера в ДД. Тим Бич в танка, Драгон в танка, Брун в танка, вы на трэше втроем, Войд на басе. Ставлю рыбля в монте. Ой, блядь, опять с этим медведем танчу. Ёбаный в рот. Провокатор, аж это, играть она захотелось, вообще пиздец. Ну, как это так? Начинай дедосить его, тут будет. Тыкайте. А, и мне же еще кольцо здесь надо. А, точно, точно. Вот кольцо и заберешь. Ну все, договорились. Там может Фрэнси сложно это кольцо. Кольцо с РПБ? Да, да, у меня просто крита до хуя, поэтому можно пожертвовать. Побафайте рейд хантов, которого только что сломали. Адмирал, верни, пожалуйста, стрим. Я же сказал на этот... А, увидел, заходил. Спасибо. Дайте кулак, что ли. И на атрибут, но что-то бинг 600. Нормально, я вчера на джайне 600 пингом отбегал. Поваром кулак. И лапти. У тебя есть кулак на варе, чё-то? Где? Я на дом показываю, что есть кулак на варах. РЧ на баф на пол поехали. Сейчас нет. Вот сейчас есть. Кучу собраться, чтоб он видел, понимаешь? И тут одного вара на нем есть. Может это пухан. Драгон Ауди. Кинь Фрэнсу, я ребутался, я тут ребутался. Драгон ребутался. Не, понимаю, но полипауэр-то видит двух варов в рейде, понимаешь? Там он видит, наверное. Какая группа? Я тут уже. Ну, чё, ждём? Ещё двое варов. Кто там мейн танк, гоф танк? Япончик. Так, значит, Войд на басе, два медведя, Тим Бич, Брун и Драгон. Вы на трэше. Все, все готовы. Иди пуляй. Пойдите все с пути. Зачем ее Драгон ставит в протауру? Mm-hmm.
Он зверопрожмист. Так, что там за медведь бьет, драгоновский краш? Иди лови следующий. Я не знаю, что происходит сейчас там. Не пизда, мне трэш положит сейчас. Дайте бог по Фрэнсику, в раска. Все, спасибо. 67 минус Фрэнсик. Жужин, дай бэр по Фрэнсику. Да, мало нагро набрали и подвели. Я, блядь, лагает, я кнопку нажимаю, понимаешь, она не нажимается. Что там, БР будет? Сейчас Жужин вернется к нам. Жужин, да, отдашь там по пути БР по Фрэнсику. Давай, можно мазбафы дать мудака? Не надо тебе мазбафы, бей без бафов. Захил Бруно. Бич, страхую, я лагаю. Я бы только могу поймать. Забирай на себя, если можешь. Блядь, тут два раза кинуть подряд. Ничего, мне пять раз подряд кидало. Такая же хуйня. Стоп, флот на пуле или ГП сейчас ебу. Давай. Съебался с ними фонтанами. Драк, что, забирать тебя? Да вроде отлагал. Эту карту я отведу еще. Следующий хвой. Что там по истерии? Похитить провокатор. Спасибо.
Так, Ганвеста по пока тут. Пока тут пару рога там у фонтана валяет. Иннер можно. Давай я к руке сбегаю. Давай. Пока тут, стой тут, Серега. Ману. Все четыре на РПКД. Чушку в баса пусть. Сфера подойдет. Я гимн спел пока. У меня чушка этот багает. Все, пиздец. Владимир, помогите, там адмирал подиспят в ловушке. Босса добейте. Босса только. Рэш оставьте там в стране. Ловушки здесь паладины, в раз командир. А все, адмирал Малман, адмирал Виспей. Блин, не вы. Великая победа. Фрэнсис, хочешь знать, почему на тебе трэш висел? Почему? Потому что умная сова по имени Жунуэн и умная сова по имени Ганвеста дают звездопад именно под выход трэша. Мы просто не успеваем его наглить, он сразу... Можешь их за это благодарить. Если кому-то Гидрос нужен, я могу... Останься на Гидросе, напомнишь. Ну, окей. ДК лёд. Ленка, ты чё это мне подкинула? Подарочек. На ПВП срула. А зачем мне эти латы? Тоже в подарок. Саня, давай мне раздиспелю. Да я сам их... Все равно ты этот мусор мне отдашь. Дети лед. Его тут есть? Есть. Пока тут. Я вижу, что три шамана бегут сзади пока. Но пока тут и я, мы тут вдвоем. Хватит. Только пока тут уже почти умер. Я вижу, что почему-то сова там что-то танчит. А, он бешено танчит. Кстати, здесь жестко будет с огромным трэшем.
дракон справится. Почему дракон танчит? А, ну тогда нормально. На той неделе с Напулом вообще изи тэш точнее. Будет хорошо, но босса танчил, я помню. Дракон по-любому с трэшем справится. Не-не, ребят, тут лютый урон по трэшу. Карина и медведь ей тоже легко будет, в принципе. Ну, на меня очень хорошо напугивает на том, когда... По-моему, вага. Сорвание на пула. Вот, значит, на вагу и поставим. Мне нравится на пуле. Сорвание на пул работает. Мне нравится на пуле. Палочка вообще не работает. Самое классное это напуливать на дракона. Можно рога... не напуливать, никто не заметит. Рога босса напуливает. Большой объем? Да, да, объем. И походу ауди танкует его. Пухан, ты, наверное, пойдешь пуха. Блять, опять не поразит. Ты трэш добей, потом мы это суманемся. Ему мой башка нужна на воин, ребята. Как же он больно сытся, да? Суки. О, трошишка. Постоянно, а чё ты в каждом рейде тут трошишку собираешь? А чё, нельзя? Чё, никто не собирает? Ага. Какая-то нужная? Ты мне просто объясни. У меня есть алхимия, но я не в курсе этой темы. Титаны, я попробую. Супротов, да? Я их просто еще, я их не умею еще делать. 20 голды штука. Ближе подойдите. Можно за голду. Блин, зачем? Не все же еще подошли. Ну, ты так они больше раньше времени. Великая победа Орды. Тоже ДПС в этом рейде, пиздец. Ну, не сказала бы. По сравнению с тем, что было. По сравнению с тем, что было, тут вообще ДПС пиздец как раз. Не домашники тут. Ставьте шкафанга, соусумонти, пухана и дра... Да сейчас еще люди Т5 возьмут, хотя бы по 2 некоторые, вообще заебись. Вот еще, ну, миссия... Гитор, помнишь, когда сюда 264-265 перешли, да? Да надо вон это ауди нахуй Т5 взять вместе с Брэнсом. Посмотри, вот где-то ориентировочно... Еще раз, подожди. Я еще тут не полностью раскрылся. Если мы еще в это полчаса еще уложимся, у нас еще часик останется где-то после заездки. Можно будет какой-нибудь раз... Да не, ауди уже пора Т5, куда рано? РС, куда ебануть? Уже танки Т5. Так, значит, это стоп танком Войд на боссе. На трэше, драгон и Карина, тем бить в ДД. Стороны. Уже хватит, да, три танка? Да. Я на танчить. Так, по хилам Херсис пока тут налево. Это лево, это вот здесь вот. Метки не ставятся. Два шамана из Маилы я справа, а адмирал как это самое? Посерединке писька на резинке. Танки. Так, Арчина, баф на пол, рыба. Скажи, с какой стороны я стою? А, ты стоишь справа, а этот драгон слева. На кого, кто на меня напуливает? На тебя напуливает вага, Никитос напуливает на драгона. Заебись. Арчена баф на пул. Пухан, что не хватает.
Эстабаб, дайте. Что, пулять, нет? Сейчас еще одну арче. Пухан, все, ты готов? Мне пишут, что РЛ пишет. Три. Буна, буна, буна. Кто в ВПС ко мне переходит? Женек есть? Хорошо, игра активнее. Дайте тир, пожалуйста, то, блядь, нихуя. Где туманы? Три. Стоп ДПС. Что, вы дайте имя? Они дали, но не тебе. Кому надо? Они все залили. В трэш, как тебе? Блять, драга. А, пока тут тресни. Быстрее. Блять, я их собрать на самом деле, у меня лагает. Пожалуйста. Так что маны-то забьете, ребят? Да подожди ты, блять, со своей маной, господи, юзни гром молния. Да юзну, нет. Да ты ее посрал. Трэш в активе сыграйте. Прохожу, чтоб попухану было. Алло, кидай СС, по-моему. Всё. Три. Стоп. Блять, а чё трэш-то не убивает? О, Брун, помедли. Трэш, вещи. На пол. А Фанзера, да, печати порчи долго. Адмирал маны 0. Пою гимн. Сорвался ты. Сэндвич, пожень. Чё, рез, женька? Проводи. Ух, надо такое.
трэшик активнее, активнее. Речь это размах уже. Напомню. Меч маны полностью. Нет. Пока тут мана. Сильнее трэш. Сильнее трэш, два знака. Ведь вам убить его два раза еще осталось, и все это. Третий раз уже убил босс. Рано. Разве уже четвертый? Шипы, дайте гимна ману два хила. Уже отдавал, Саша, я считаю. Я считаю, что... Ну, сколько у вас тут мана-то, пока это заканчивается? Хилят люди. Амя, щиточек. Не, у меня-то все нормально. Стопнули ДПС по боссу. На пол. Резче трэш, еще резче. Жужу, Агро, следи, пожалуйста, за Агро. Это все за хилтанка. Дверь по локатору будет сегодня? Бейте босса. Бейте на трэш, бейте босса, танка захиливайте. Да, тут трилем. Геру, бейте Геру попавшим. Босса, босса, давайте триляма. Танка, держите. Великая победа. Чё-то на той неделе это было полегче. На той неделе я не помню. На этой неделе помогают по-жёстки. Я, конечно, понимаю, что чуть почаще падают воронки, но чтобы в окружении одной в ЗС, это прям боль. Сейчас, значит, воронки падают, не с этого места начинают падать обычно. Заметили, да, как на ура стали проходить? Раньше, ебать, раз по пять траили. Ах, траили не из-за ДПСа, а из-за того, что не стопали. Из-за тактики. Уже Джайна бьем нам рабы. А, нет, мне не надо на успех. Лен. Почему? У меня есть. А, есть. Ай-яй. Внимание. Гумма похит.
что-то кольцо вообще не падает, да, с гидросом? И триня. Воронка, о! Лена, воронка! Я же говорил, что воронка упадет. Я думал, она слаще упадет. Беги с сюда, тут вот поинтереснее. С такой вероятностью можно сказать, что завтра солнце взойдет. Вот. Лена, ты знаешь, да, новую систему рода воронок? Леха говорил? Нет. На main spec, main, ну, тем, тому персонажу, который идет. Ну-ка, разъясни, что-то. Потому что Кирсгорн тогда, ну, из-за него началось, что... Получается, он себе на седьмого персонажа, на седьмой спек ролил воронки, и Леха сказал, хватит, вы обнаглели. На седьмой. Вот ну, не образно. Надо. Нет, я у меня и просто ролил на двух персах, мне без разницы, на какого забирать. Это понятно. Либо мне на мейн на мага, либо мне на офф на шамана. Я это сразу говорю. Ну видишь, но факт в том, что... Воронка, мейн спек, открыть ты 5. Либо сделать мету. Сейчас найду маг. Адмирал заберешь, Алёш. Почему? Я вот паролил только что еще. А ты только что, у тебя есть кусок или что там? Да, у меня есть. Окей, заберешь, Алёш. Ну, Алёша, это у нас кто? Пианист. А, Алёша. Не Лёша, а Алёша. Что-то мы, по-моему, как будто какой-то другой дорогой пошли. Раньше пару паков трэша и все. Потому что раньше по воронке начинает с этого места падать здесь. Сколько раз замечал. Типа мы сейчас просто по воде не пришли, эти два пака, которые... А, ну понятно. Просто помню, обычно пару трэшей и все, и сразу на лайше пришли. Так бы у нас воронка не упала. И вот часть эта, пиздец, там. Чтобы она чуть-чуть дождала, чтобы она упала. Ну, мобов ставьтесь. Че, я на замену, Лен? Лена. Лена, вагонка. Сейчас.
чё это ты по воздуху бегаешь? А потому что мне не надо ждать, пока мост поднимется. Где воронка? Чё вы тут наёбываете? Это призыв был. Ты это... меня на замену? Нет. А кто танчит? В смысле, третьим танком зачем я? Хилить будешь. Буду? Хилить будешь. Вместо кого? Вместо меня. Нет. В смысле? Хиль сама. Нет. Да. Нет. Блин. Давай работай, работай. Я не могу пройти. Назвалась Груздем, давай работай. Чё работаю? Люди на замене. Нажмите вы на ворота. Нет, ну вот смотри, это понятно. Но без ворот все пробежали, человек 10. Я не могу пройти. Как они это сделали? На ворота. На ворота нажали. Ворота, блядь, были закрыты. Ну, блядь, каждый подошел подле себя. Ты нажимаешь на ворота, там шестеренка. Тыкаешь и проходишь. А чё, они открываются каждого для себя? Конечно. Как ты до этого посуха головы? Как-то открыли, походу, его. Экономные графики, что ли? Его, может быть, просто самонили. Ну, я помню, пару раз Ауди самонили, когда он... Может, там же челик был закрыт ТЛК, но ребро не убитого. Кто-то говорил. Я такой был. У меня был закрыт на маге проф, но ни один босс больше не убит. У меня целка хрен так этим закрылась. Сорфангом. Сейчас после трэш перекур будет 5 минут, я пока нефти расставлю. Идите покурить, напить. Давайте весь трэш кучу соберем. Тут главный вопрос, умеет ли Локи делать то, что он должен будет делать. И что я должен? Что там? Ты будешь, блядь, отключать эти ебаные хуевины на втором. На втором. А, ты Локу говоришь? Ты кто? Мне показалось, будет. Локи, ты умеешь отключать? Потому что у нас всегда это делал либо Гена, либо Даркис. Гена вот. Сейчас временно в запое, поэтому без Гена. Вы с ним поменялись? Пост сдал, пост принял. На этой неделе будет Хальмагик Хэм на продажу? Пока не знаю. Это же все выясняется, как всегда, под конец. Че, мы курим? О, отлично. Карина, идешь гуляешь? Этот гладиатор заходит в рейд. Если нужно место, могу уступить. Блять, ты видел на каком он приоре, что ты ему Т5 лутаешь? Да куда мне ничего не дадут, подожди, я еще пока так.
Правде перед Т5 надо чешку полутать. Она больше мапнет. В настоящее время. Леха, ты не в рейде, да? Блять, да хотя бы Азов мечтаю. Я уже хотя бы Азов мечтаю. Если что, дракона тоже можно менять, если там кому-то нужно. Дракон меня не вводит, прикинь, Зуламан. Старик тоже не вводит. Я сегодня сидел, что Никитос такое пишет, погнали в Зуламан. Я сразу, блядь, понял, тема подозрительная. Пахнет кидаловым. Если пойдете, когда себя повесил, нет на этой неделе? Я, блядь, только квест успел сделать на этой неделе. Какой квест? Адмирал здесь? Где адмирал? Адмирал, здесь? У нас перекур 5 минут. Да, он здесь. Микрофон-то активный. Чекни ПМ. Ордер. Давайте активнее, а то это не все, что вас ждет сегодня. А что у нас еще? РСХМ. РС. Продленная КД на Джайна. Адмирал, чекни ПМ в Дискорде. А, в Дискорде? Да, есть. Но с этого запись с Волгрима. Сейчас же идет, да? Сейчас, да. И что случилось? Хочу посмотреть, кто дох, кто что. На каких боссах. Скинь ссылку из квадрофуди. Так, сейчас, подожди секундочку, сюда. Видео. Стрим с Волгрима идет только. А чё стрим, чё косяки какие? Под запись. До этого было без записи через Discord. РЛ тут, Лен? Да ладно, метки расставлю. Лен, у меня минут 20 есть, не больше. Мне отъехать надо будет. Буквально 1-2 пула, не больше. Мы с первого убиваем. Та-да. Метки расставляли? Нет, еще сейчас, секунду.
Так, короче, значит, по меткам, по хилам, в звезде стою я. Во-первых, не присутствую сначала, ничем. Так, по хилам, значит, в звезде стою я, в печеньке стоит Харсис, в рамбе стоит Измаил, в трусах стоит Покатут, адмирал стоишь в квадрате. Значит, дальше по квадрату у нас идет старик Фрэнсик Жужин, это по квадрату. По трусам гладиатор Тимбич Никитос. По рамбу Вага, Ауди, Женек. Жужин, ты в квадрате. По рамбу Вага, Ауди, Женек. По печеньке Япончик, Враска, Ганвеста. По звезде Провокатор, Фанзера и Новый Прист, Злой чего-то, Злой Жрец. Подожди, ты квадрат говорила до этого? Блять, квадрат, адмирал, старик, Фрэнсик, Жужин. Трусы, Покатут, Никитос, Тимбич, Гладиатор. А, в квадрате Измаил, Женек, Ауди, Вага. В печеньке Харсис, Япончик, Враска, Ганвеста. Лен, перебью, извини, Ауди в ромбике ты говорил два раза до этого. Ауди в ромбике. Да, Ауди, Женек, в ромбике ты говорил, а сейчас сказал в квадрате. Ауди, Женек, в ромбике. Блять, еще раз, квадрат, адмирал, старик, Фрэнсик, Жужин, в трусах ебучих, блять, стоит Покатут, Никитос, Тимбич, Гладиатор, в рамбе стоит Измаил, Женек, Ауди, Вага, в печеньке стоит Харсис, Япончик, Враска и Ганвеста, я стою в звезде, вместе со мной стоит Провокатор, Фанзера и Злой Жрец. Мне кажется, Лена даже чуть-чуть. Блять, желаю, можете еще отсосать, блять, доехать до тебя. В чате, блять, напиши, кто где стоит. Совсем уж, блять, охуели. Это, что там по меткам? Бля, Никитос, ты походу захотел, чтобы к тебе выехали, да? Да нет. Я смотрю, нога горит, решил приколоться. Рыбля стоит и ешьте рыбу. Ауди, идешь на замену. Вместо тебя заходит Лок. Дайте, пожалуйста, пор двора. Так, Лок, ты стоишь в ромбике. А кто-нибудь на паладиновскую каску ролит, у кого 7к есть вообще? Ауди нету мангов. Ауди, ты идешь гуляешь. Да-да-да, я понял, госпожа. Прошу прощения, а куда руки стать? Где хочешь, там и стой, без разницы. Каску МП5.